Всем привет, ребята. Я приехал в Харьков. Вот такая вот у нас погода сейчас. Снежок. And memories. Вот такой вот бизнес-центр Радмир. Залетели покушать в KFC. Кто знает, здесь очень круто и очень вкусно. Это у нас университет Каразина. Ребята, вот такой вот решил вам заснять вид из окна ночью, ночной Харьков. Правда, камера не очень передает всю эту красоту, как я вижу, но как-то так.